Всем привет, мои дорогие друзья, на связи Грим Оптимист, и в этом видео я хотел бы поделиться с вами своим опытом игры на японских эсминцах. Меня часто спрашивают, как на них играть, у них нет орудия, они быстро умирают, мало хп там и так далее. В общем, народ зачастую просто не понимает, как их использовать. Я на них играть люблю очень. Не скажу, что я прямо какой-то супер игрок, нет, конечно, есть люди, которые в 100 раз лучше играют, но кое-какой опыт у меня есть, и я, конечно, не утверждаю, что то, как я играю, это правильно на 100%. Может быть, есть более какие-то четкие классные тактики, но я использую пока именно вот эти. Значит, самое главное при игре на японских эсминцах — помнить две цифры, точнее даже три. Первая цифра — это дистанция, с которой вас обнаруживают. Она написана прямо в ангаре. У японских эсминцев это около 6 километров всегда. Бывает там чуть меньше, чуть больше, но с учетом того же самого камуфляжа получается там в районе 5800 метров у Исакадзе, да? Это первая цифра. И двигаясь по полю боя, да, с позволения сказать, вы должны всегда смотреть на ваших противников, чтобы до ближайшего из них было не менее 6 километров, а лучше с запасом там 6,5, а лучше 7 даже. Вторая цифра, которую вы должны помнить, это дистанция вашего обнаружения с самолетом. Вот, она вам поможет не светиться лишний раз, когда вражеская авиация где-то там возвращаются какие-то бобры там с бомбежки или торпедоносцы. Они вообще вас даже знать не знали, просто случайно могут засветить. Просто если вы видите, что кто-то двигается, да, вам наперерез, то сбавьте ход, измените траекторию, и они вас не засветят. Эта дистанция, как правило, около 3 километров, иногда чуть меньше. И третья, самая важная цифра, это дальность хода ваших торпед. Например, у Исакадзе это 7 километров. Итого мы получаем, что светимся мы примерно с 5,8. И торпеды идут с 7. Соответственно, у нас есть 1 километр, ну, 200 метров, грубо говоря. Там, если прокачать перки, еще больше, это полоска получается, внутри которой вы можете перемещаться, кидать торпеды по вашим противникам и при этом не светиться. Это самое главное правило, это самый простой способ игры. Вот. Все, что вам нужно, это найти какую-то цель, которая двигается по рельсам с определенной скоростью, и кидать в нее торпеды. У Исакадзе, например, это мой любимый просто эсминец, как пример выбрал именно поэтому. У него три пачки по две штуки. Можете кинуть их все три рядом, так тык-тык-тык, таким широким веером. И с большой долей вероятности, если ваш противник совсем как-то не изменит свой курс прямо сильно, то хотя бы одна, а то и две по нему попадут. Кидать узкой точкой на дальней дистанции не советую, потому что ему достаточно чуть-чуть изменить буквально там на долю секунды, на долю градуса свою траекторию, вы уже не попадете. Вот это самый простой способ игры. Как вы видите, в данной ситуации я играю именно в этом стиле. То есть вот линкор ушел. При этом я засветился только сейчас, и то от авиации. Выпустил дымы тут на всякий случай. Вот такой вот способ позволяет вам вообще не терять хп и быть невидимым убийцей для врага. Именно то, с чем японские эсминцы справляются гораздо лучше, чем американские и какие-либо другие корабли в этой игре. Также очень важное правило, друзья, никогда не кидайте торпеды со второй линии, если где-то между вами и вашим противником снуют союзные корабли. Вы можете по ним попасть. Они не обязаны следить за союзными торпедами. И если вы потопите своего, то виноваты в этом будете только вы. Не надо писать ему, что он дно и не сумел уклониться. Это ваши личные проблемы, что вы по нему попали. Вы испортили человеку бой, вы слили своего. И виноваты, еще раз говорю, только вы в этом. И второе правило. Если вы не светитесь, не стреляйте из ваших орудий, потому что в этом случае дистанция вашего обнаружения возрастает, там, я не помню, километр на 4, по-моему. И вы просто засветитесь в самый ненужный момент. Стреляйте только в случаях, когда вы уже в засвете, это раз. Во-вторых, когда, ну, какой-то шотный противник, у которого там 100, 200, 300 хп, и вы уверены, что вы его доберете, можно рискнуть. В противном же случае не надо палить, не переставая, вы теряете свое самое главное достоинство, это незаметность. И еще не забывайте, если вы горите, у вас пожар, то ваша незаметность также падает. Поэтому тушитесь, не нужно плавать на горячем корабле, это плохо для вас закончится. Теперь поговорим, что делать, если вы вдруг лоханулись, не рассчитали немножко свою траекторию и вылезли за эти пределы, тем самым засветились. Как, например, я вот в этом бою. Буквально не рассчитал движение, там счет идет на сотни метров, и очень сложно пройти по грани, чтобы не засветиться. Поэтому в данный момент я вот сейчас уже ищу себе цель, вот я ее нашел. Сейчас я буду брать такой вираж. Я не силен в морской терминологии, ребят, поэтому буду пользоваться теми словами, которые знаю.
Вот, и вот вроде стараюсь я как-то, чтобы все было четко, но тем не менее это не так-то просто. То есть вот в данной ситуации вроде все хорошо, я откидываю по нему торпеды, он стоит на месте, вообще не двигается, кидаю таким широким веером, ухожу назад, но тут вылетает слева, если я не ошибаюсь, там кто-то, и видите, я попадаю в засвет. То есть это в мои планы вообще не входило, да, я тут же выпускаю дымы. Я двигаюсь от них, соответственно, дымы меня сразу же закрывают, сразу же. Я двигаюсь перпендикулярно практически, и в данный момент мне ничего не грозит. То есть все, вот это меня вот эсминец, да, вражеский Исаказа засветил. Все, я невидимый, мои торпеды все еще идут, я просто ухожу. Вот я ничего не делаю, я не стреляю ни по кому, я просто смотрю сейчас, как пойдут торпеды. Ну, и вот, как вы видите, очень неплохо зашла одна партия, и сейчас зайдет вторая. Все, враг уничтожен, я остался целый и невредимый. Поэтому в любой ситуации, когда вы попали вот так вот неудачно, пускайте дым и сматывайтесь, при этом не забыв откидать торпеды. Вы спросите меня, а что делать, если нужно прямо напасть на противника? Вот нет возможности там что-то искать, там его со всех сторон обходить, там подбирать расстояние. Вот хочется просто пойти и убить. Есть, конечно, такая техника пикирования, так называемая. Но могу вам сказать, что она работает не всегда. Там очень много зависит от удачи. То есть линкор может жахнуть. И, конечно, с большой долей вероятности, если вы грамотно туда-сюда двигаетесь, он по вам не попадет, но может и попасть. И вы можете просто уйти с одной тычки. Поэтому я такой тактикой пользуюсь, но пользуюсь только в крайних случаях, когда нету ничего другого. В обычных же ситуациях можно использовать ваше окружение, то бишь острова всякие и так далее. Вот в данный момент вы видите, что я иду на вражеский линкор. Расстояние до него было, ну, меньше, точнее, все еще больше 6 километров. Он меня не видит. Но вот тут оно, я не рассчитываю немножко опять траекторию и попадаю в засвет. Мои две пачки торпед ушли, я сразу же, вот видите, он по мне кидает. Мне очень сильно повезло, что он по мне не попал. Я сразу же ухожу за остров. Вот мои пачки идут, я не знаю, ждет он их, нет. Ну, я бы на его месте, конечно же, ждал. И сейчас я все еще держу его в прицеле. Вот тут смотрю, как идут торпеды. И сейчас вот буду пользоваться такой военной хитростью. Вот они зашли. После этого я сейчас включу торпедные аппараты. И я вижу, что он продолжает двигаться. Я притормаживаю. Как вы думаете, для чего? Я вижу, что помимо того, что он двигается вправо, еще и расстояние до него. Вот видите, 3,2 километра. То есть он двигается прямо ко мне, за мной. Я просто хочу его немножко подкараулить. Вот он пропадает за свет, и я по оставшимся этим маркерам, ну, на память, кидаю две пачки торпед и ухожу вперед. Я знаю, что он вылазит из-за угла сейчас. И он никак не сможет от них уклониться. Он понятия не имел, что я его жду, понятия не имел, что я по нему накину, и он улетает в ангар. Такая вот рабочая тактика. Пользуйтесь островами, старайтесь не подставляться. Японские эсминцы очень этого не любят. Следующая ситуация, которую мы рассмотрим, это атака вражеского авианосца. Скажу сразу, то, что для вас это самые безобидные ребята, они ничего вам практически сделать не могут и являются по факту вашим кормом. Единственное, что нужно помнить, когда вы к ним идете. Как правило, возле авианосца снуют самолеты. Это могут быть бомбардировщики, которые возвращаются с бомбежки, или торпедоносцы, или просто какие-то истребители. По возможности, на подходе, когда до противника еще определенная дистанция, он вас не видит, старайтесь не пересекаться с его самолетами. Ну, с его или, может быть, другой, если еще авик с чужими самолетами, неважно. Вы должны как можно дольше оставаться инкогнито. Зачем вообще? Потому что, если авик грамотный, увидев, что к нему летит эсминец, он, во-первых, начнет сваливать от вас. Если у него хорошая скорость, то у него это может запросто получиться. Второе, он может кинуть просто все, что у него есть по вам. Бомбардировщики, конечно, не всегда по вам попадают, но если попадут, вам мало не покажется. Торпедоносцы поодиночке опасности для вас никакой не представляют. Уклониться там элементарно. Но если он пошлет там 3 пачки каких-нибудь торпедоносцев по вам, или даже 2 грамотно, если в клещи вас возьмет, то с большой вероятностью вы торпеду сожрете одну хотя бы. А для эсминца даже одна торпеда — это, как правило, все кранты. Поэтому ни в коем случае не стреляйте по нему с дистанции там 10 километров из ваших основных орудий, потому что поджечь вы его вряд ли сможете с первого, там, второго, третьего залпа, урона вы ему много не нанесете, смысла ноль с этого. То есть постарайтесь просто как можно дольше оставаться незамеченным. Когда подошли на 6 километров, вы в засвете, уже можете шмалять, уже делайте, что хотите. Единственное, не забывайте следить за небом, чтобы никто к вам там торпеды по вам не кинул или бомбы. Вот, и не кидайте торпеды там с 7 километров, лучше всего.
Если у вас есть хп, и вы не боитесь, что его ПМК вас расхреначат буквально быстро, если у вас хотя бы пол хп есть, кидайте торпеды там с 4, с 5. Вообще, я тут довольно рано их откидал, можно было и побольше подождать. Вот, но мне повезло, он тут не пытается никакие маневры совершать, да и у него и с подвижностью большие проблемы, поэтому по нему все хорошо зайдет. В общем, авики — это ваш корм, и опасности они особо не представляют. Ну и последний пример, как вы уже поняли, мы рассмотрим, что делать, если вы столкнулись с вражескими эсминцами. Вот, конечно, Юмикадзе там или Исакадзе, неважно, любой вообще эсминец, он крайне-крайне хреново борется с вражескими эсминцами. Вот в данной ситуации это первые уровни, поэтому мне удается просто в наглую совершенно поторпедировать одного из них, потому что он шел по рельсам. Вот дуэль с другим вражеским эсминцем, и на самом деле здесь все довольно-таки сложно. То есть я стреляю только фугасами, так как ББшки, ну, они редко наносят нормальный урон, и все дело в том, что у меня еще, видите, здесь земля справа, и я нормально не могу маневрировать, я не могу встать так, чтобы он по мне не попадал, и мы по факту вот в данный момент с ним размениваемся. Вот я кидаю тут торпеды по маркерам, ну просто так, думаю, авось вдруг попаду, даю с упреждением, и мы по факту держимся друг к другу практически бортами. Вот потому что у меня есть вариант сейчас уйти отсюда вообще, есть вариант пойти на сближение, но я вижу, что он плохо стреляет, мажет, я попадаю гораздо чаще, и поэтому принимаю решение просто, ну, попытаться убить его в артиллерийской дуэли, просто в наглую вообще. Хотя делать так вам не советую, потому что если противник стреляет нормально, то ему может повезти чуть больше, чем вам, и вы можете проиграть. Я вам рекомендую, то есть в таких случаях, ну, если особенно вы один против двух, против трех, то лучше вообще отступите. Вот японские эсминцы, они не для этого. Конечно, если вы прямо такой наглый весь из себя, можете попробовать пойти на сближение, заторпедировать, но все-таки, особенно если против вас играет американец, то в этом случае я вообще крайне не советую вам вступать с ним в бой. Лучше отступить, еще раз говорю. Вот, ну, тут мне везет, то есть, говорю, противник, он мажет. Ну, попадает иногда, но в основном мажет. Я его поджег, вот его прошли его торпеды, кстати, будьте внимательны, поскольку противники в таких ситуациях очень часто кидают торпеды. Меняйте постоянно свой курс, хотя бы чуть-чуть влево-вправо, и вот тут он впиливается в землю. Ну, еще раз говорю, низкие уровни, я кидаю по нему пачку торпед, но я, кстати, ими не попаду. Надо было сразу кидать с заделом назад, чтобы когда он будет отъезжать, он за них зацепился. Ну, я что-то зафейлил, бывает. Вот, ну, он стреляет совершенно неаккуратно, видимо, у него паника, говорю, он горит, да плюс неприятная такая ситуация, поэтому сейчас я его убью. Но еще раз говорю, борьба с вражескими эсминцами — это не задача японских эсминцев, это задача американцев. Поэтому лучше без большой необходимости вообще так не поступайте. Ну, в данной ситуации, как я сказал, мне просто банально повезло. На этом все, наверное, друзья. Я рассказал вам самые основные такие правила. Еще раз говорю, я не утверждаю, что это единственное правильное решение. Я не утверждаю то, что моя тактика, она самая лучшая. Я просто так играю. Это самые основные простые правила. Если вы их освоите, то ваша эффективность игры на японских эсминцах уже очень сильно вырастет. И у вас будет получаться гораздо лучше. Эта техника, ну, не для самых, наверное, начинающих игроков. Она требует понимания какого-то хотя бы игры. Она требует глазомера, требует логического мышления. Вот, но при этом одна из самых веселых. Вот, и при этом, ну, освоить ее труда особого не составит. Поэтому, если не пробовали еще играть на японских эсминцах, обязательно попробуйте. Не забывайте поставить палец вверх, если данное видео вам показалось полезным и помогло. Также не забывайте подписаться на канал. Всем большое спасибо за внимание. Всем до скорого. Всем пока, друзья.